Друзья, всем привет, всем здравствуйте. Вы на канале «Все будет хорошо». И с вами я, Елизавета. Посмотрим, что я купила сегодня. Пятерочки. Зашла в одну пятерочку. И зашла за, в общем, за молочком и за хлебушком. И вот видите, что я купила. Вот. Купила вот такую булочку сдоба марсельская, вот такой хлеб 34 рубля, по-моему. Ой, извиняюсь, упал. Так, увидела вот такой фарш в пятерочке. Раньше я в отдельном магазине покупала, и был он всегда в Магните, ну часто, по крайней мере. 500 грамм всегда в нем было. По-моему, он Белгород. Ну, ладно. Не будем рекламировать. Вот, купила я два фаршика. Очень соскучилась. Я даже не помню, когда я делала котлеты. Наверное, летом. Так. Вот такие кашки купила. 6 штук. 6 штук вот таких. Овсяная каша быстрого приготовления. Заливаешь кипяточком и все. Вот сегодня можно было бы мне на скорую руку так сделать. Я сегодня ездила в больницу. Вот. Каша овсяная. Каша овсяная. Стоят они по 6,19. 6 рублей 19 копеек. Вот купила, увидела вот такие ножки. Давно хотела ножки купить. Я их замочу. Отварю со специями, может, какими-то там. Но очень захотелось. Не знаю. Не съем, отдам собачке. У нас собачка есть, кошки есть. Так. Что я купила? Купила 3 авокадо. Вот 2. И вот 3. Вы знаете, они мягкие были. То обычно это. Вот какие прям мягкие, пальцы продавливаются. Вот, утром буду мазать на булочку с кофе. Очень даже хорошо. Салатик добавить. Очень спелые берите. Так, еще что купила? Купила вот такую стручковую фасоль. Вот, сейчас я вчера окорочка жарила. И сейчас я туда добавлю и, наверное, залью яйцами. Очень люблю такую стручковую фасоль. Вот, сейчас 700 грамм здесь. Вот. И увидела вот такие блинчики. А пошла за хлебушком с молоком. Вот, блинчики с мясом Останкино. Так, сколько здесь?